Куда? Шах. Настоящая семейная идиллия. Уроки выучены, наступило время для любимых занятий. Ренат учит 7-летнюю сестренку играть в шахматы, младший брат рисует. Никаких ссор и конфликтов. Если погоду в доме создает женщина, то в этой семье со своей задачей хранительница очага справляется на отлично. Когда я заканчивал 9 класс, я ее позвал, она пришла, несмотря на то, что у нее был рабочий день. Мы танцевали вальс, и я не очень хотел танцевать вальс, но потом понял, когда мама пришла, я понял то, что надо станцевать, чтобы она посмотрела, как это все, чтобы порадовалась за меня. На самом деле у Фариды Зайнулиной 8 детей, один из которых приемный. Самому старшему 25, младшему 4 года. Мама в этой семье непререкаемый авторитет. Для нее каждый ребенок – гордость. У Фариды всегда найдется время поговорить и помочь каждому члену своей большой семьи. От детского внимания она не устает никогда, даже отработав смену воспитателем в детском саду. Она очень сильно любит, много советов дает хороших. Всегда есть проблемы какие-нибудь. К ней подходишь, обращаешься, спрашиваешь, что, как, о чем. Всегда подскажет. В трудные минуты. Мама добрая, хорошая, позитивная, любит шутить. После игр семейная традиция. Вечер перед телевизором. Вся семья в сборе. Есть время и поговорить, и почитать, и помечтать. Мы мечтаем о том, чтобы дети были здоровы, дать им хорошее образование, чтобы были они всегда рядом, подарили нам больше внуков. И чтобы совместная жизнь с мужем была, естественно, долгой и счастливой. Анастасия Попова, Рафаэль Ракипов, новости НТР.